Состоянием привокзальной площади обеспокоены павлодарцы. Видео отправили в мобильное приложение. А еще в жалобах закрытый участковый пункт полиции и работа коммунальщиков. Такое у нас привокзальная площадь. Это лицо города вот в таком состоянии. Приезжают наши гости и видят вот такое вот. Интересно, по какой схеме проводится обрезка деревьев? Вот карагач, который особенно никому и не мешал, обрезали капитально. А вот тополя, от которых много пуха, и во время ветра обламываются ветки, в том числе вот они задевают уже электропровода. Вот эти тополя не были даже затронуты. Катаева 12 и стая 89. Вот хотим вам показать, что устроила школа милиции с вырубкой своих деревьев. Что оголили, а не все. Другое, вот их два туалета. Мало того, что запахи эти зловонные все время. Летом невозможно даже окна открыть. Теперь это все мы будем созерцать своим глазом. Я сюда заезжаю 6-й раз. Участковый пункт полиции номер 20 и номер 23. Время уже 7-й час, до сих пор он не открытый. Звонил 102. Мне сказали, что они работают с 9 до 23 часов. 34-я школа Лермонтова. Установили знак, запрещающий остановку. 10 метров. Работают сотрудники. Не позволяют останавливаться. Но здесь создается постоянный затор в определенное время. Детей невозможно высадить. Город Ленстрой, Дунинтаева, 44. Не проехать, болото. Что творится? Ничего не подсыпали, выкопали все, закопали. Люди не могут даже пешком ходить.